Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 16 июля, и вот продолжая описывать сорта томатов, я еще раз подошла к юбилейному Тарасенко, и я хочу сказать, что его тоже можно отнести к необычным сортам томатов, потому что необычного в нем много. Во-первых, необычно то, что его нет в госреестре, но он считается самым-самым популярным, распространенным любительским сортом, потому что многие его полюбили. И он, несмотря на то, что нет его в госреестре, он высаживается почти на каждом втором участке. Еще необычно то, что он очень такой урожайный, именно многодетный. У него в кисти по 25 штучек, может быть, томатов. Некоторые говорят, что и больше 30 до 40, может быть, вот этих вот красивейших плодов с такими с очаровательными носиками. Сейчас, подождите, передвинемся, тут вот еще одна у нас висит. И, конечно, все эти плоды, так как их много, если лишние завязи не удалять, то они могут быть разного размера. Вообще можно вырастить сорт до 200 грамм, если, конечно, нормировать. А если вы ничего не будете удалять, вот эти тарасенки будут разные. От 80 до 200 грамм. Конечно, крупные уйдут в салат, мелкие можно консервировать. Очень урожайный, до 8 килограммов с одного куста. Вот он высотой в 2 метра. И будет на протяжении всего этого, вот этой высоты. Видите, как далеко-далеко он уходит туда, до самого-самого потолка. И вот там зеленые, сейчас подождите, маленько приближу. Зеленые там плодики еще висят. Ой, погодите, сейчас разберемся. Как нам приблизиться к зеленым плодикам? А, вот они. Вот видите, юные тарасенки висят там, маленькие такие. И до самого-самого потолка. Но все-таки после 1,80 м рекомендуется ему делать прищипку. Потому что плодов очень-очень много. И больше 80 килограмм с него, скорее всего, не выдавишь. Вот это самый-самый большой недостаток, вот который для меня действительно недостаток, то, что он 2 метра, сложно с ним управляться. Некоторые его там загибают вдоль теплицы еще. Мне предлагали, что загните, и как вдоль арки этой, пусть он тянется. Я так пробовала длинные сорта выращивать, но выходит сильно затенение. Очень затеняется, у меня вот эта теплица и так половина в тени стоит. Но вот это юбилейный Тарасенко. Я показывала вам в зеленом виде, сейчас не могла пройти и отказать себе в удовольствии, чтобы показать во всей красе спелого юбилейного Тарасенко. Ради этого, вы видите, что съемка необычная, ради этого лежу на полу, вверх лицом, короче, к небу глазами, и вот снизу вам снимаю, потому что иначе их никак, вот эти очаровательные забавные носики, не покажешь. Конечно, один из недостатков считается то, что кисть очень массивная, и они подламываются, обламываются кисти, их нужно подвязывать. Я вот 2-3 подвязала, дальше не досмотрела, там уже некоторые обломились. За ними нужно следить. Он очень урожайный, но он требует, конечно, ухода. Посынкование обязательно, подвязка обязательно. Вот этих носиков-курносиков, тарасенков очень много будет на кусту. Вот, любуемся юбилейным Тарасенко. Очаровашки. До свидания.